дорога идет, которая на Бахмут, да? Да. Дорога жизни. Они отсюда нас к турам видят? Нет? На спуске. На спуске только? У нас есть там, да, секунд 10, чтобы пролететь. Да успокойся, по мне не попадал. 3 апреля, Бахмут. 3 часа дня, едем на эвакуацию. Спасибо огромное нашему военному, который согласился поехать забрать детей. Дай бог, чтобы у нас все было нормально. Вон там справа мы видим самолет. Вот сгоревшие дома. Самолета нема. Ну, тут айтишка, там пидоры сидят. Вот той пятиэтажки? Да, вон. Охуеть, ну давайте быстрее. Давайте, давайте, давайте. Вот так сейчас звучит, бах. Быстро, быстро, быстро! Сюда на выход все! Зуйте в машине, пожалуйста, привет! Сейчас, сейчас. Я Коля. Она не разговаривает. Чего? Ну чего? А, вот хорошей пошла. Жизни от этой. Да. Пошли. Не бойся, не бойся, хорош. Не бойся. Не бойся, не бойся, сейчас. Держи, держи, держи. Сейчас мама придет, в машину сели все. Быстро в машину, дед! Сейчас мама придет. Сейчас придет. Садитесь. Берите ее на руки. Давай, Лерочка, иди сюда. Бери, бери. Сюда, не бери. Не бойся, не бойся, маленький. Нет, не отвлекай. Все? Сразу еще не ездил в пикапе сзади, блядь. Главное отсюда не выпасть, нахуй. Привет. Дай бог отсюда уехать, господи, прошу тебя, пожалуйста. За 3 апреля, эвакуация. 2-летней девочки и 5 членов ее семьи. Спасибо 93-й бригаде, которая... Поехали! Стой, стой! Боже, как я люблю эту погоду прекрасно! Все просто. Сейчас с ума сойду. У вас сегодня 2-й день рождения, я вас поздравляю. Вам очень повезло. У нас просто, типа, это еле-еле я уговорил пацанов, чтобы заехать туда. Бо у вас просто ребенок 2-летний. Сейчас все вам расскажу. О, нет, вы с ребенком садитесь, а я отъеду, выйду, бо я днищем ударюсь. И сапоги положите, ага. Пожалуйста. Давайте. Все, малышка, все хорошо. Для понимания, там в 400 метрах уже идут позиции, и эти люди чудом там как-то все это время выжили. И вот мы их забрали, нам повезло, и мы выжили. Вот такая сегодня эвакуация, сегодня у нас 3 апреля.